Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Новый посадочный сезон для всех без исключения садоводов начинается именно с посадки томатов на рассаду. Время посадки – достаточно важный нюанс, который лучше не игнорировать, особенно если вы начинающий садовод. Ведь если посадить слишком рано, то рассада попросту перерастет и будет максимально некомфортно перевозить ее на огород. Для каждого региона свои сроки посадки, и сегодня я расскажу о каждом из них. Первыми начинают сеять семена на рассаду южные регионы. Это Астраханская область, Волгоградская и Ростовская, также Крым, Краснодарский край и другие южные области. Здесь сеять на рассаду некоторые садоводы приступают уже со второй половины января, но основная масса садоводов сажают в начале февраля. Теперь разберемся, когда сажать томаты в средней полосе России. Сюда входят такие области, как Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Брянская, Костромская, Ивановская, Нижегородская и другие области. В средней полосе климат, конечно, очень непредсказуем, но примерные сроки посадки, тем не менее, есть, и они очень сильно варьируются. К примеру, я сажаю часть томатов на рассаду очень рано, примерно в середине февраля. Конечно, при такой ранней посадке томаты могут перерасти, особенно если весна выдалась затяжным холодом. Но именно при такой ранней посадке у меня уже в конце июля полноценный урожай, который можно есть. Вторую часть томатов я сажаю во второй половине марта. Так делают и абсолютное большинство садоводов средней полосы. При этом рассада не перерастет. Это идеальные сроки для высадки в теплицу. А вот в северных регионах, таких как Мурманская, Магаданская, Камчатская и других областях, посев на рассаду производят еще позже, так как полноценное тепло наступает только в начале июля. В таких областях посев начинают в апреле, первой или второй половине. Здесь лучше приобрести скороспелые или среднеспелые томаты, иначе из-за непродолжительного лета урожая можно и не дождаться. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!